Евросоюз усилил санкции против КНДР. Новые ограничения включают усиление запрета на экспорт в КНДР всех нефтепродуктов. Разрешенная квота экспорта сокращена до 500 тысяч баррелей в год. Евросоюз усилил свои санкции против Северной Кореи в связи с ее ракетно-ядерной программой, включив в законодательство новые ограничительные меры, принятые Совбезом ООН. Формальное решение по этому вопросу принято в понедельник Советом ЕС по иностранным делам. Как сообщается в коммюнике Совета, новые меры включают усиление запрета на экспорт в КНДР всех нефтепродуктов. Разрешенная квота экспорта сокращена с 2 миллионов баррелей до 0,5 миллионов баррелей в год. Запрещаются импорт из КНДР продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, машин, электрооборудования, камня и древесины, экспорт в КНДР любой промышленной техники, транспортных средств, а также железа, стали и других металлов. Вводятся дальнейшие ограничительные меры в отношении морских судов в случаях, если имеются разумные основания полагать, что судно было вовлечено в нарушение санкций ООН. Также ЕС потребовал возвращения на родину в течение 24 месяцев всех занятых в странах Союза рабочих КНДР, с учетом действующего национального и международного законодательства. Кроме 79 северокорейских физических и 54 юридических лиц, находящихся в санкционном списке Совбеза ООН, еще 55 человек и 9 организаций включены Евросоюзом автономно. ЕС выполняет все резолюции СБ ООН, принятые в ответ на ядерные программы и другие программы по ядерному оружию, оружию массового уничтожения и баллистическим ракетам КНДР, и работает над обеспечением их эффективного соблюдения всеми государствами-членами ООН. Кроме того, ЕС ввел автономные ограничительные меры против КНДР, дополнив и усилив режим санкций ООН, говорится в коммюнике. В минувшую пятницу, 23 февраля, стало известно, что США вводит крупнейший пакет санкций против КНДР. Новый список включает 56 судов, судоходных и торговых компаний, которые, как считают в Вашингтоне, помогают Северной Корее избегать санкций. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.